Здравствуйте, меня зовут Киргизова Юлия. В Орифлейме я попала случайно. Меня пригласила моя подруга, мой любимый спонсор. Я пришла не в бизнес, а пришла за продукцией. Мне понравился продукт, я в нее влюблялась каждый день все больше и больше. Постепенно начала читать литературу и посещать вебинары. И приняла для себя решение начать работать. Главным аргументом для меня послужило то, что здесь нет никаких рисков и нельзя прогореть. Я всегда хотела иметь свое дело, но не было первоначального капитала. А здесь уже все есть и работает, остается только включиться. Мечта становится реальностью, если делать ежедневные действия на пути к достижению этой мечты и превратить эту мечту в цель. Здесь, на пути к цели с тобой, всегда твои любимые наставники и любимая команда. За эти полгода я полюбила мир Орифлейм всей душой. Люди, которые работают здесь, они удивительные. Позитивные, добрые, умеющие мечтать. Это передается и зажигает. Всем удачи! Мечтайте, действуйте, достигайте. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Анастасия Калятко. Я сотрудничаю с нашей компанией и являюсь участницей бизнес-системы VIP100, созданной Екатериной Тимоховец и нашими директорами. Я мама в декретном отпуске и считаю, что это не помеха для собственного развития и пополнения бюджета. У меня большая семья. Вместе с мужем мы воспитываем 5 маленьких принцесс. Только представьте себе, что целый год я искала возможность, чтобы находиться рядом с детьми и в то же время зарабатывать. И это казалось неосуществимо. Но все же у меня получилось. Сейчас у меня свободный график и растущий доход. Я могу позволить себе прийти на утренник своему ребенку, ни у кого не отпрашиваясь. Только теперь я понимаю, что такое свобода. Компания подарила мне эту свободу, а моим детям – красивую, успешную маму. Я желаю вам, чтобы вы обрели вашу свободу и каждый день находились рядом с детьми и близкими, наблюдая, как они растут. Здравствуйте, меня зовут Екатерина, мне 28 лет. По образованию я преподаватель белорусского языка и литературы. На данный момент нахожусь в декретном отпуске. Как я пришла в Орифлейм? Это было 2 года назад. Мне позвонила девушка, предложила оформить дисконтную карту на скидку 20%. Я согласилась, но через полгода мой спонсор предложила мне поучаствовать в акции по приглашению и получить ряд подарков. Долгое время я сомневалась, но в итоге принялась за работу. Я убедилась на деле, что работая в компании Орифлейм, можно не только выгодно покупать качественную продукцию, но и зарабатывать деньги. На данный момент я менеджер 15% и планирую двигаться дальше. Есть такое хорошее выражение: кто хочет, ищет возможности, кто не хочет, ищет оправдание. Так вот, не ищите оправдания, верьте в себя и мечтайте, ведь мечты имеют приятное свойство сбываться. Меня зовут Дмитрий Нему, я живу в Бресте. Хочу вам рассказать свою историю успеха с Орифлейм. И тогда я познакомился со своим спонсором Анной Казарян. Она мне рассказала про бизнес и возможности для дополнительного дохода. Я инвалид по сну с детства, но никогда не считал себя инвалидом. Я тоже человек, и все нормальные, здоровые люди со своими мечтами. До работы Орифлейм я обычно жил со своей жизнью и работал без специальности поваром. Вот я начал активно работать со спонсором, приглашать людей в свою команду. Я успешно квалифицировался на конференцию для инженеров в Сочи. И сейчас у нас с командой идет активное продвижение бизнес и лайв подписи. Я помогаю людям не лечиться, а быть здоровыми и богатыми. Добрый день! Меня зовут Ольга Кокошенко. Я премиум-менеджер одного из ведущих банков республики в прошлом, а сейчас я мама чудесного малыша и менеджер 18% компании Орифлейм спустя 4 каталога с момента регистрации. Я понимаю, что перспектива жизни от выходных до выходных и 30 календарных дней отпуска в год не для меня. Поэтому Орифлейм для меня в первую очередь свобода и независимость. А еще красота и успешность. В Орифлейм я в самом начале своего пути к успеху, но я глубоко убеждена, что нахожусь в правильном месте и в нужное время. Секрет моего успеха прост. Выбирайте правильных партнеров, как в жизни, так и в бизнесе. И все обязательно получится.